Здравствуйте, я Наталья Скворцова. Сейчас приготовлю вместе с вами классический немецкий салат филе из сельди на ложе из яблок и сельдерея. Звучит очень аппетитно, правда? А делается очень просто. Посмотрите, мне понадобится половина клубней сельдерея, один лимон, красная салатная луковица, красное яблоко, немножко каперсов, соль, паприка, конечно же, гвоздь программы сельдь и лесные орехи. Для начала клубень сельдерея я нарежу очень тонкой соломкой. Смотрите, сельдерей у меня уже нарезан. Теперь очищаю яблоко и нарежу его дольками. А лук я нарежу кольцами. У меня остались орехи, которые я с помощью обычного ножа немножко растолку. Готово. Теперь приготовим заправку. Для этого немножко московского провансаля. Я смешаю со сметаной. Добавлю немножко паприки. Добавлю немножко зелени укропа. Немножко уксуса. Чуть-чуть совсем. Все это размешаю. Добавлю каперсы. Кстати, если у вас нет каперсов, вы можете легко заменить их маринованными огурчиками. И немножко сока лимона. Заправка готова. Теперь все ингредиенты опускаю в заправку и хорошо перемешиваю. Вот таким образом. Подавать я решила вот на такой оригинальной тарелке. Посмотрите. Сначала выкладываю ложе из сельдерея и яблок. Звучит очень красиво. А сверху кладу закрученное филе сельди. Добавляю кольца лука, немножко зелени укропа. И можно подавать. Всего вам самого-самого вкусного!